Так, большое спасибо человеку с никнеймом Пашкевич Стримс за донат. Просьба, значит, хочет услышать мнение эксперта о музыке. То есть мое. А так он Титан My War. Давайте послушаем. Я надеюсь, это Толя открыл. Потому что она коротенькая довольно. Загорелся идея адаптацию на русский сделать. Настрой боевой. Это то? Что я что делаю? Блин, что-то как-то не знаю. Я надеюсь, это то. Ссылки не было точно. Как-то. Как-то. Может, ВКонтакте можно найти сейчас. Что-то как-то какой-то здесь странный шум такой. Как будто. Так, так он Титан. Attack on Titan. Может быть, как-нибудь он так произносит. Я сейчас попробую другое поискать, потому что у меня ощущение, что там какой-то вообще лютый шум какой-то. Opening My War. Вот, ну, вроде то же самое. То есть вот я слушаю музыку. Микс какой-то, во-первых, тихий, во-вторых, я говорю, у меня какое-то ощущение, что вот сосед, допустим, перфоратором что-то вот пилит на фоне, и под это играет более-менее такой обычный, нормальный, стандартный аниме-трек. Вот я какую-то говнючую кашу прям слышу в миксе. Может, я совсем с ума сошел? Ну вот ради интереса, аниме... Опенинг. У меня, ну, чуваки, скажите это так. То есть вот я, допустим, открыл чего угодно. Вот пример. Вот здесь что-то в низких частотах какая-то. Какая-то херня прям лютая. То есть вот я делаю громче, я не слышу громче микс, но я слышу громче какое-то вот говно в низах. Есть такое? My War. Я вот в ВК и вбивал. А так он Титан My War. Но тут что-то, к сожалению, не хочет находиться. А так он Титан — это не название исполнителя, это название... Все, я понял. Тут есть разные варианты. Чуть-чуть фолком таким как будто отдает даже. Не знаю, ну-ка вот еще есть вариант. Тут барабаны дерьмовые звучат. Шинсей Камате какой-то чувак там. Или нет? Есть барабаны там. Есть варианты. Ну, я, честно, ни разу не слышал о таком аниме просто, поэтому я не знаю, насколько это зайдет. Я думаю так, если ты горишь этим, то надо сделать, если оно влечет к этому. А то же самый звук. Вот какой-то есть. Не знаю, честно, даже прям не знаю, что сказать. Под YouTube. Я поискал разное в YouTube. Но суть в том, что вот везде, как бы, где я включаю именно вот эту вот ютубовскую, не ютубовскую версию, именно вот эти оригиналы, что-то вот прям какая-то такая страшная, непонятная каша в миксе. Какая-то жуткая прям, то есть. Странно. Ну, по-моему, такой обычный аниме-трек. То есть я что-то супер необычного здесь не слышу, но если это что-то популярное, просто говорю, я не разбираюсь,
то почему бы не бахнуть ради прикола на русском? То есть я знаю, что такие штуки заходят. То есть именно переводы опенингов аниме на русский язык, они набирают просмотры неплохие достаточно. Это, мне кажется, можно сделать. Наконец, донати поиграл. Короче.